Личное дело. Студийна Панфилова, здравствуйте. Мы расскажем о том, как на юге России развивалось производство мяса птицы агропредприятия «Ресурс», которое стоит за маркой «Благояр». История группы агропредприятий «Ресурс», который является крупнейшим производителем мяса птицы, это прекрасная иллюстрация того, насколько эффективно может быть использован потенциал юга России в агропромышленном комплексе пищевой промышленности. Производственные подразделения находятся также в Ростовской области. Всего за 10 лет этот агрохолдинг фактически с нуля стал третьим по величине производителем мяса птицы в России, рассказывает «Сделано на юге». Именно полный цикл от собственной кормовой базы до розницы обеспечил ресурсу быстрое развитие. В середине прошлого десятилетия в птицеводство пришло много случайных инвесторов. Они недооценили труда, которым предстоит вложить, и быстро разочаровались. Так, последние несколько лет были ознаменованы чередой банкротств птицефабрик. Выйти в лидеры рынка смогли только те компании, которым удалось организовать вертикальную интеграцию бизнеса и тем самым минимизировать влияние внешних факторов, а также те, кто грамотно использовал маркетинговую политику. Хозяйки со стажем вспоминают, что с появлением на прилавках брендовой отечественной курятины стало для них неожиданным открытием. До этого магазинная курица вызывала неизменные ассоциации с советской синей птицей, либо представляла собой замороженную ножки буша. А правильную птицу обычно покупали на рынке. Поэтому такие марки, как «Благояр», помогли отечественным птицеводам быстро завоевать симпатии рядовых покупательниц и достичь внушительных оборотов. В настоящее время группа производит уже более 100 видов продукции. В компании трудятся порядка 9 тысяч человек. На ближайшие несколько лет стратегия предусматривает двукратное увеличение объема производства мяса птицы и сельскохозяйственных культур. В студии была Инна Панфилова.